Всем привет! Всем привет! Привет, привет всем всего! Привет. К Наде. Мы там еще с Катей не были. Я жду лошадь. Я жду лошадь. Сказала. Слышь, показывает на меня, говорит, я жду лошадь. Очень приятно, царь. Она ждет встречи с лошадью. Козочек. Да, Настя будет доить козочек. Настя, да? Катя корову. Да. Какую корову? Я не знаю, первую корову. Нет, там еще есть сети, я еще не вижу. Не хочешь села? Проходим. Ехать далеко, да, ты там себе напиши. Сколько нам ехать? Минут 40. На машине? Да. А на маршрутке? Час. Там очень плохая дорога, так что можешь так и показать экстремальный путь всего. Окей. Подъехали. Ура! Как зовут собаку? Боцман, пират и... Их трое? Офигеть! Здрасте! Ты за что с ней так? Боже, какой индюк, гляньте! Крутой. О боже, Катя, он идет сюда. Вот, друзья. Я его боюсь. Я боюсь вашего индюка. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Він уже поїхав. Ой-ой-ой. Васильевич. Это вам. Лично тебе самая большая. Благодарю. Ой, помидоры подавились. Ну ничего страшного, чуть-чуть. Ой, так, це банки, я це вообще без сюда. Ну там скрепло. Я на лежанку погреюсь. А я думала, тут, короче, такая большая печка. На нее вылазишь, как знаешь, в фильмах. И туда наверх, короче, ложишься. А тут вот, прямо на маленько. Мы вот тут. Вы еще как цыпляток друг дружке, чтобы теплее было. Стол накрыли. Кому интересно, почему у нас нет парней, смотрите на Катин нарезанный сыр и на мою нарезанную колбасу, и вы все поймете. Просто. Спасибо. А что это ты мне? Я же добрая сестра. Подожди. Мы же добрые. Сало, цибулину. Да, що це тобі? Можуть молочні макарони їсти і... А де він хоче? Надо хоче смотри. Що? Бєта, що ти там смотриш? Пузо. Слышиш, пузо смотрит, Катя. Ні, але мене не було. Ти нормальна? Твоє пузо пристало до двох хребтів. Боже, я думала, она сорвалась, кошмар. Собака. Она маленький. Маленький пацан. А они не кусаются? Боже, да, они это, не подаются? Нет. Я снимаю ничего. О, господи. Я боюсь! Вот это ему уже вдарить ногами. Ну не переживай. Боже, какие маленькие! Класс! Настя прям не знает, в какую сторону поворотила. Класс! Смотри, что ты тут есть. Боже, какие хорошенькие какие! Хорошие! Класс! Маленькие, смотри! Класс! Какой клёвый! Класс! Боже, какое милошное! Иди сюда, Сонечка, Сонечка. Божечки, такая. Божечки, мой Божечка.
Васильевич, обезличные. Она не прыгнула, они на ноги прыгают. Настюк, смотри. Класс, черно-белая. Хочу себе эту. Куда? Домой. Какой классный. Васильевич, подаришь ему козликов? Да. Да, он давай. Девочки, а сфоткаешь меня так, Настя? Да. Ура! Мы идем смотреть лошадь. Лошадь, лошадь! Я же их боюсь. Боже. Уйди. Хотя пусти меня к лошади. О, господи. Пусти меня! Там корова. Она это самая нормальная? Да, но я встаю, она нормальная. Ты нормальная? Нормальная, говори. О, она языком лежит тебя. Я так боюсь первого. Почему? Моя хорошая. Привет. Зайка. Привет, хорошая. Настя вообще не боюсь так. Ах, боже, моя хорошая. Тоже не боишься? Не, не боюсь. Просто не моя зайка. Смотри. Пошли с индюком познакомимся, Кать. Индюк. Боцман, боцман, маленький. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, хороший. Иди сюда. Да, ты не будешь кусаться? Ты хороший? Ты хороший? Или будешь? Маленький. Что? Чего ты на нас гавкаешь? Чего ты на нас гавкаешь? О, ушел, все. Все, все хорошо? Подружились? Привет, боцман. Боцман, боцман. О, горчи. Пошли еще с пиратом подружимся. Курица бегут, 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 бегут. Пират. Пиратик. Нет. Он не кусается, нет? Он под моим наглядом. Он не кусается? Кать, он облизывается на руку. Так, вот так, понюхать дай ему руку. Я дам, он меня тогда точно... Диви, він чуть-чуть мені не облизав. Ей, ти хороший. Ти не хотів тебе облизати руку. Ти хорошенький, да? Ой, чого ти гавкаєш? Що, прочепився до пирога? Чого ти гавкаєш, пирога? Не вовремя у нас пішов дощ. О, лошадь, вон стоїть, вже запрягли. Как ее зовут еще раз? Каштанка? Каштанка. Мы с Катей пофоткались. Я была без этой куртки, я просто выглядела как лорд Винтерфелла. Вы поймете, если видели «Игру престолов». Просто самый настоящий, лядь. Ну, ты как будто живешь в селе уже давно. Кого ты похожа? Прикидон. Опа. Васильевич! Ой, она мне голову положила. Она так смотрит, типа, когда она свалит. Кстати, я после конного клуба вообще перестала их бояться, знаешь, как-то мне там сначала тоже страшно было. А потом они мне так ее подвинь себе, подвинь, я ее подвигала, нормально, все, привыкла. Ого, это мы прям там ехать будем? По той дороге. Ничего, мы тут ехать будем, прикинь. Обалдеть. Прикольно. Подождите, бедная лошадь, сейчас столько народу сюда нагрузится. Как она будет вести нас? Мы же тяжелые. Прикинь, а реально она выдержит? Ты рюкзак взяла? Да, вот. А вы прикиньте, как ей тяжело будет, сколько нас вести вот это. Нет, не переживайте, нет. Она намного больше сидит. А? А сколько она весит? Затрудняюсь ответить. Да, мне кажется, что на колесиках даже мы будем. Меня да ну не. Все, залазим. Кто? А мы не забыли на углу. Опа. А, ты не забыли на ногу меня. Друзья, ты сюда, до Кати. Да. А Васильевич, давай. Класс, мы взяли впереди, тут прямо перед нами лошадь, каштанка. Мы такие ржачные в этой лошади. Просто посмотри на нас. Это кошмар вообще. Посмотри. Боже, уж. Да. Каштанка. Ой, я держу.
Да, дождь почти, кстати, закончился. Я не мою в этой шубе развернуться. Боже, думала, она тянет ехать. Снимай, снимай. Все? А вам не носить? О, божечки, божечки, божечки! Господи! А как не упасть? А да, если... Ага. А, дерево! Класс! А как мне тут ехать? Там еще деревья. Да? А если она резко тормознет? Божечки, я же выпаду. Кать, Кать, я. Класс! Сними меня. Блин, как круто! Класс! Ой, собака. Что? Не, у меня нет шапки. Да я ж в капюшоне. Класс! А еще не надо. Я прям напротив тебя. Настя, наклонись. Класс. Видео. Слушай, мы отсюда реально уезжать не уедем, да? Я даже готова уже спать с индюком. А куда мы? А, мы налево? Вау, мы сейчас в поле. Кать, мы сейчас в поле выйдем. А мне удобно. Так я назад отклонилась, я не боюсь теперь упасть. Назад? Да. А тебе за 10 лет его опять? Да. Мы слушаем музыку и едем, просто вам не можем включить, потому что авторские права дают. Боже, как кайфово, как кайфово. Мы даже с Катей держали вот эту повозку, как она называется? Повозка называется? Да, повозку держали. Знаешь, мне сейчас настолько пофиг, как я выгляжу. И видео в инсту сняли. Да, мне тоже, кстати. Просто кайфово. Да. Сейчас, сейчас. Сейчас Настя лапу свою забере. Мохноту такую. Ехали. Гляньте, как тут красиво. Тут рассадник. Прямо елочки садят. Вот наша беседочка. Класс. Просто гляньте, как круто. Смотрите, какое место. Тут колодец. Обалдеть. Офигеть. Кать, тут колодец. Смотри. Обалдеть, прикольно. Круто. Это наша беседка, я так понимаю. Как будто она не занята. Ну, хотя сейчас в дождь кто ее займет. Наверное, летом занята. Смотрите, рассадник. Вау. Сосна звычайно. Сосна обычная. Классно, да тут пофоткаться так красиво. Я зашла в беседку, там дождь капает еще. Просто посмотрите, какая красота. Боже, реально как будто в каком-то фильме или в какой-то сказке. Так красиво вообще. Я уже просто вся мокрая, вся замерзла. У меня очень красные руки от холода. Но оно как-то вообще не ощущается так сильно, потому что тебе настолько нравится то, что вокруг, что тебе все равно, что тебе холодно, что тебе мерзнут руки. Вообще на все плохое не обращаешь внимания, потому что, ну, на такая красота просто супер. Мы с Катей готовим стол. Моя танда самая меньше. Надь, а есть нож? Компот вишневый. Так. А тут у нас скоро будет костер, нож. Смотрите. Катя уронила пару огурцов на стол, поэтому мы идем кормить лошадь. Пошли, идем. Я девочка. Будешь кушать? Боже, думаю, опять приперлись вот это. На, 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 огурчики. Так, да. А мы к тебе с добром. Хорошая, хорошая, умница. Да, спасибо. Смотри, тебе. Свалите, пожалуйста. И там еще костер и наши шашлыки. Решили с Катей пробежаться по вот этому рассаднику, то есть просто вокруг, если, конечно, получится, потому что он большой. Это нам кажется сейчас отсюда же маленький. Побежим, покажется, что большой. Мы накрыли на стол, и чтобы согреться и просто так побегать, короче, идем. Ты можно останавливаешь 1, 2, 3 раза, и все. Зато нам всем теперь тепло. Да? Да. Что мы будем делать, интересно? А как-то же мы вдвоем могли красить. Привезла зеркало с собой. Девчата, я побежала. Не, ну я не буду краситься. Нам просто надо... Ты еще бежать? Да. Ого, выносливая. Нам надо... Мы хотим сделать... Я взяла такие татуировки, типа, которые лепятся просто. И потом смываются, переводные. И мы хотим пофоткаться с ними. Я очень хочу с лошадью пофоткаться, прям очень. Так. У нас воды нет. В смысле? Колодец вон стоит, Катя. Ну, вот именно. Она у всех тоже там должна быть. Нет. Сейчас я как завязала, я дебилка. Покажи. Покажи свою.
Вау, скорпион. Давлень. Давайте мне хлеба. Почти нет эхо, я думала, будет сильное эхо. Мы уже вон собираемся уезжать, все грузятся. Повозка, у меня разрядилась камера. Очень холодно, мы замерзли, так руки все красные. Мы уже едем домой, смотрите, какое солнышко вышло. Класс, сейчас просто очень красиво. Такое ощущение, на камере как будто в пустыне. А вон луна, смотрите, и тут только солнышко вышло, нормально? Блин, прикольно. Класс. Воу-воу-воу-воу-воу! Ну, не бейтесь. Ой, бедная. Серьезно? Боже, боже, боже! Капец! А как не упасть сейчас? Я слезла. Похоже, мы все-таки идем за котиками. Да? Жесть! Просто жесть! Держись, это. Не бойся, не пойдем. Надя, пока! Бегите, бегите, Надежда, бегите! В общем, вчера камера после этого так и села. Все такое. Все. Мы поехали уже домой. И было очень круто, нам очень понравилось, первый день вообще классно. На этой тележке с лошадью ехать, это было так атмосферно, так классно. В общем, нам все очень понравилось. Если хотите посмотреть второй влог отсюда, сегодня уже второй день, то смотрите следующее видео. Всем пока!